Ребят, всем привет! Я вам хочу показать вот такой акупунктурный валик. Он просто потрясающий. Это компания Faberlic. Его можно купить, заказав у нас. Можно зарегистрироваться по ссылке под этим видео. Но больше упор на обзор. Если вы смотрите это видео, значит, вы уже столкнулись с какими-то проблемами, которые подтолкнули вам к поиску информации о том, что же такое акупунктурный валик, что он себе представляет, где его можно приобрести. Итак, компания Faberlic представляет вот такую вот модель валика. Он достаточно большой, то есть на него можно лечь и спиной, и шеей, и поясницей, и подколенными областями. Задняя поверхность у него плоская, то есть да, он имеет такую форму полукруга. Вот, задняя поверхность плоская, поэтому если вы его даже положите как-то там на подушку, для того, чтобы лечь на него шеей, то он у вас никуда не скатится, не убежит, то есть он устойчивый. Внутри он наполнен поролоном, это хлопковый материал, то есть это не синтетика, это хлопок. Поэтому на синтетике, да, сами знаем, что лежать не очень приятно, это хлопок. Сзади у нас есть молния, мы можем расстегнуть и, например, снять поверхность для того, чтобы ее постирать, вот эту наволочку, чехол. Внутри вот такой вот поролон. Поролон жесткий. Сейчас вам покажу степень жесткости. Вот, например, если я буду давить на него рукой, да, видите, я давлю прямо силой, телом налегаю, он, ну, так, очень хорошо держит вот форму. То есть, когда вы будете на него наложиться, он не будет сплющиваться, не будет сплющиваться до уровня самой, например, кровати, да, поверхности, на которой вы лежите. То есть, таким образом, он будет сохранять именно функцию того, самого валика, да, когда, например, мы подкладываем под ту же поясницу, для того, чтобы выпрямить позвоночник, ну, и там для других разных вещей. Сейчас об этом говорить не будем. Итак, поролон, хлопковая поверхность, и сверху она покрыта вот такими вот дисками. Это пластик. Посмотрите, насколько хорошо сделаны все вот эти зубцы. Нигде нет никаких вот заострений, какой-то необрезанной там пластмассы, как бывает в других, видела, что в аптеках продается, что где-то вот тут вот торчит пластмасса, там от формы осталась такая полупрозрачная, недоплавленная, или какие-то острые осколочки потом отламываются. В общем, к этому валику у меня, наверное, уже полгода точно. Мы его всей семьей очень хорошо используем. И посмотрите, все целенькое, все на месте, никак, нигде ничего у нас не отвалилось, ничего не отклеивается, они держатся очень хорошо, все на месте, ничто нигде у нас тут не отходит от материала, несмотря на то, что мы его юзаем, опять-таки говорю, всей семьей, и дети, и я. В общем, но о ощущениях. Показания не будем разбирать, это, конечно же, и остеохондроз, и какие-то мышечные застои, но ощущения после него реально просто волшебные. Во-первых, проходит боль. Расслабляются мышцы. Вот если вам когда-то делали хороший профессиональный массаж, то ощущения точно такие же после того, как вы встаете вот с такого акупунктурного коврика. То есть легкость, приятность, силы даже какие-то добавляются, мышцы чувствуют себя намного лучше. То есть ощущения такие, как будто бы тебе только что сделали хороший профессиональный массаж. Теперь о том, сколько он стоит. Долго о нем рассказывать даже и нечего, потому что по сути это простая конструкция, но очень и очень такая действенная. Я считаю, что она должна быть в каждом доме. У меня есть и массажный коврик, акупунктурный коврик, тоже от компании Faberlic. И вот такой вот валик. После него я уже приобрела, потому что это реально классная вещь. Итак, в каталоге номер 13. Каталог у нас сейчас действует до 20 сентября 2020 года. И валик имеет полную стоимость 1800 рублей. Со скидкой уже акционная цена на данный момент в каталоге 1249, но это еще не все. Если вы зарегистрированный пользователь, покупатель, то у вас еще будет скидка еще 20% от этой цены, то есть по сути он вам приблизительно в 1000 рублей обойдется. Очень выгодно. Итак, здесь есть краткое руководство к действию, и кому интересно, вместе вот с этим валиком вы сразу можете приобрести еще и вот такой вот коврик. Коврик стоит, конечно, подороже, потому что он гораздо больше размером. Здесь на картинке можете, да, понять даже, докуда он идет. То есть, если мы его от шеи плечевого пояса, то он туда даже под поясницу, туда под попу проходит. То есть, достаточно длинный, что очень удобно, потому что я когда смотрела это на Wildberries, на других сайтах, то обычно они маленькие. То есть, для того, чтобы улечься полностью от плечей до поясницы, включая ее, одним ковриком не обойдешься. У нас же Faberlic, наоборот, это очень здорово, удобно, он большой. То есть у нас есть и валик, есть и коврик. Вы можете одновременно прорабатывать все зоны, которые здесь показаны, включая и, например, вот такие вот удобные вещи делать с тем, что у нас есть. Так, ссылку для регистрации я оставляю внизу под этим видео. Мои контакты, кому интересно, можете писать. Вещь реально просто незаменимая. И на себе любимых, я считаю, что экономить, особенно вот в таких вещах, что касается здоровья, вообще никогда нельзя.